Огромные ямы на Тунгусской. Водители просят власти города подготовить дорогу к зиме, но услышат ли их? Дорога на улице Тунгусской, соединяющая Гайдамак с Шилкинской, превращается из двухполосной в однополосную. Яму, образовавшуюся на этом участке, угрожает безопасности дорожного движения. Это заметно даже невооруженным глазом. Чтобы удачно преодолеть препятствие, водителям приходится выезжать навстречку. Страдают все – и легковушки, и грузовые автомобили, достается также и мотоциклистам. На глазах у съемочной группы один из байкеров, объезжая ямы, едва не перевернулся. И такое ежедневно происходит почти с каждым транспортным средством. Автомобилисты, которые часто ездят по этому участку дороги, говорят, что эти выбоины здесь давно, уже больше года. Я тут езжу практически как бы, ну, каждую так вот, ну, в неделю раз стабильно. Это была еще больше яма, а сейчас, ну, чуть-чуть ее прикаталось, но это невозможно. Водители переживают, что со сменой сезона препятствие на Тунгуска будет еще сложнее преодолеть. Просто ужасно. Представляете, когда будет снег и пойдет? Тут вообще будет жить невозможно в этом месте, на этой дороге. Часто здесь ездить? А я здесь живу, я тут каждый день езжу по 2-3 раза. Автомобилисты надеются, что дорожные службы города обратят внимание на этот участок дороги и до наступления холодов приложат максимум усилий, чтобы эти ямы исчезли.